Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, награду за Лигу мастеров мы забрали. Так, открываем пак. Здесь нам ничего не достается. Так, задание выполнили. Так, давай. О, жетоны. Жетоны это, ребят, хорошо. Жетончики это прикольно. Давай-ка попробуем вытянуть нашего бибопа. Два дынка, сам понимаешь, на дороге не валяются, поэтому есть, вытянул. Так, теперь идет у нас Рокстеди, ну и бибоп тоже. То есть они тут вдвоем. Комикс-чувак выпадает, Рокстеди поймали. Рокстеди мы выловили. Так, давай-ка мы теперь попробуем. Бибопчики не хотят давать мне, да? Вот он, родной, вылетел. Так, теперь здесь 25 жетонов. Ноутбук Дона. Это все не то. Опять жетоны. И все, ребят. Ну, ладно, хотя бы Бибоп Рокстеди и еще тут Бибоп выпал нам. Так, пойдем-ка, наверное, быстренько с тобой жетоны еще понабиваем. Почему, ребята, жетоны? Сейчас пойдем мы и сделаем следующее. Нам хватит на покупку трех ДНК именно на слэша. Так, ну здесь можно поставить на автобой, в принципе. Ничего страшного нету. Первый, второй, да и, наверное, третий поединок, а уже на четвертом можно в ручном режиме с ними подраться. 40 жетонов. Далее. Сразу на автобой. Моментально. Ну, кто там из вас самый первый? Армагон. Достаточно было одного укуса, как ты видишь, и змей-кабьюн, гигантский змей-кабьюн упал. И двигаемся дальше, 60 жетонов. Так, уровень уже 60-й. Поехали. Массовая атака. Так, укус. Жалко постепенно. Ну что ты делаешь, Ваня? Ну ё-моё, ну... Мог же пулеметную дробь сделать или еще там что-нибудь. А нет, вот надо было ему кинуть гранату. Не, я, в принципе, я понимаю, зачем он сделал. Возможно, рассчитывал на постепенный урон, потому что граната вешает дебаф. Ну что, и последний, который я, наверное, в ручном режиме сам пройду, потому что... Ну, тут надо тройной укус, в общем, все делать... И очень много, чтобы сразу размозжить этого хмырёныша мелкого. Давай сделаем тройной укус. Раз, два, три. Так, половину здоровья отняли. Тихо ты. Перс гранатомета. Ну, Джастин, давай электричество. Твою-то дивизию, что ж ты творишь-то? Армагон, ты-то, надеюсь, не промажешь? Есть. Все, друзья. Размотали мы этих сосунков, поэтому двигаемся дальше. Так, я вас спросил по поводу дракономании игры, ребята. Что-то вы мне ничегошеньки не написали. Где эта игра, как ее посмотреть, где скачать, блин, фиг знает. Так, ну что, идем тогда в магазин, в предметы и смотрим. Да, хватает. Итого у нас получается 67. Почти 70, ребят. Но все равно еще дофига нужно. Дофигища этих ДНК. Пойдем-ка теперь пройдемся по серии испытаний. Возьмем Крэнга, Армагона, Бакстера, Лео и Макмана. И надо нам не забыть хильнуться, потому что здоровье у Бакстера Стокмана маловато. Не хотелось бы, чтобы он упал в самом, так сказать, рассвете сил. Угу. Как добьешь? Малорик. Перехиляемся. Ну и остается лишь добить. Так, минус Донни. Так, Лео что делает? Осколки, да? Все-таки на дорожку он решил мне осколками бомбануть. Ну и до свидания. Что и требовалось доказать. Так, я, кстати, не посмотрел. Меня с Лиги Мастеров-то сбросили. Да, скорее всего, сбросили. Конечно, мы же вчера доходили до 90-го, да? До 90-й ступени.
Ну, позиция 90-я была у нас. Так, сейчас посмотрим. В магазине мне делать нечего. Да, ребята, Лига Сёгунов, блин, ранг 90-й. Офигеть. Офигеть, как быстро тут меня сбрасывают. Ну что же, я пойду. Пойду дальше, ребята, с ними тут разбираться. Так, где у меня... Хотя зачем мы так делаем? Здесь знаешь, как можно сделать? Смотри, я беру Рафаэля. К примеру, да? Так, массовики тут есть? Есть. Вот первую команду можно отыгрывать через Рафаэля. Я думаю, ты уже догадался, каким образом. Естественно, Рафаэль встает в провокацию. А эти начинают его бомбить. И, соответственно, Рафик их сразу всех укладывает баньки. Всех. Причем довольно быстро. Плюс еще, если под дебафом, это будет вообще топ. Да поздно, поздно ты вешаешь. Иммунитет уже на тебе висит, там всякая пакости. Так что, куда ты, Пит? Ну куда ты? Так, давай-ка сделаем, наверное, суперудар. Хм. Интересно. Этот испугался сразу в инвиз уходит. Русишка, зайка серенький. Мы сделаем волну. Он тоже делает волну. Так, упал. Упал. И этот должен упасть. Нет. Вот сейчас. Все, ребята. Ну и что, что мы получили повреждение? Это ничего страшного, все равно. Через Рафаэля, главное, сыграли. Не через кого-нибудь, там, Усаги или Шредеры, а через Рафаэля. Ну что, теперь надо нам бустануться. Лига мастеров, две звездочки сегодня, как бы я планирую заполучить. А вот получится ли, это будет известно со временем. Так, здесь я возьму одного Кренга. Я надеюсь, что он все-таки сможет здесь пробить своим лучом. Потому что если не пробьет, будет не очень приятно. Мы можем даже отзвездюлиться. Ну-ка, проверим. Ну да, скилл, когда прокачан до 7-й ступени, он все-таки жарит не по-детски. Сам видишь прекрасно, да? Как он вмазал. Ну, а мы давай 60-ю. О, 56-я даже. Так, хочу получить 17-22. Но 17-22 вряд ли, короче. Ребята, рановато еще. Ладно, беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Через Армагона тоже, ребята, все получится очень хорошо. Все будет тип-топ. Хотя вот зря я начинаю, вот, и пока уровни у них не очень большие, можно было бы отыгрывать через Зека, через Джастина, через Карайку, а я вот начинаю с козырей ходить. Как бы это тоже не есть гуд, согласись. 40-я позиция. Ну что же, 40-я, 16-22, я беру здесь, ну давай возьмем Донни, например, и нейтрализатора. Раз, два, три. Донни и нейтрализатор, но не забывай, что у них 68 уровень, почти 70-й, так что тут можно и сфейлиться, как нефиг нафиг. Давай, Донни. Вот. А тут Майки, ребята, то есть Донателло еще на подходе, видишь? Если он сейчас успеет захилять, это будет трындец просто. А он успеет захилять, ведь так? А он успеет, друзья мои, захилять. Вот что я хочу сказать. Команду-то. Вот. И вот трындец теперь. Вот как теперь я тут должен, ребята, драться? Донни в минус. Ух. И что, ты думаешь, это поможет нам? Но в принципе, если мы шваркнем Рафаэля, звезданем Майки, не надо только делать аучет. Так я и думал, ребята, что он сделает, гад вонючий, свой суперудар, а? Проникающий. Если бы не он, бы, конечно, бы ничего бы у него не вышло. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки с проникающего, да, пробил. Ну,
Что я могу сказать? Донателло есть Донателло. С ним входить в разведку — это пропащее дело, скажем так. Ну, теперь, конечно же, нам не дадут 16, точнее 17-22. Да и фиг с ним. Давай, Баксер, я-то знаю, что ты меня не подведешь. Ну, не должен подвести. Ты же у нас красавчик. Должен бить идеально. Два раза. Один раз по лбу, а другой раз по крышке гроба. Так. Ну, эти, в принципе, не жильцы. Давай вот здесь вот попробуем, наверное. Слыша, надо уничтожать нам. Ну, пробьешь? Нет, никак у него не получается пробить. Слабоватый, слабоватый. Ну ничего, бывает. Ну что же, двигаемся дальше. С 28-й позиции мы переходим на 11-ю. 16-22. Такс, возьму, наверное, здесь Макмана и Майки. Слушай, Майки и Макман как-то кисло смотрятся, если честно. Скудненько, да? Потому что, ну, я не сомневаюсь, что Макман, конечно, сильный. Но не настолько. Не настолько, чтобы, наверное, этих всех охламонов завалить. Давай-ка уклонишку попробуем поставить. А теперь глянем. Вот, вот видишь, я об этом и говорил, что не настолько, ребята, он сильный, чтобы забомбить всех одним ударом. Ну все, да упендрился, Дуни. Итич, сосисками такой. Пиццелицей просто взял сосисонами и забомбашил его. Вот так вот. Ну что же, хорошо. Но мы не перешли, ты прикинь, мы не перешли в Лигу Мастеров. Я немножко даже прифигел. 16-22. Так, возьмем Лео и возьмем Зека. Раз, два, три. Ну, Лео, Зек. Это, конечно, хорошо. Пускай Зек, конечно, не очень много наносит урона, но замедляшка. Замедляшка — это его все. Ну, а Леонардо остается просто добить. Упс. Форс-мажор. Е. Красавчик Майки все-таки умудрился его бомбануть. Ну, по делам. Ну что, вот и Лига Мастеров, одна звезда. А у меня в планах сегодня взять две звезды. А завтра по итогу взять три. Вот это будет круто. Так, возьму Ванька, нет, Усаги, подожди, возьму Ванька и Железноголового. Раз, два, три. Ванька-то ладно, а вот Железноголовый со своей инициативой не особо-то он, конечно, быстр. О, видишь, что начинает делать. Так, тут надо хиляться. По-любому. Потому что эти сейчас будут ходить. Ух ты! Получи и распишись. Сделал он мне там. Ну, он бафнул, ребят, на контратаку. Но не успел ей воспользоваться. Так, мы переходим на 72-ю позицию. 17-23 уже у нас есть. Так, беру Усаги и беру здесь Змейковьюна. Раз, два, три. Слушай, ну тут, конечно, риск офигенный. Змейковьюн. Ну ладно, Усаги, ну Змейковьюн 70 уровня. У нас уже противник и выше 70 уровня. Зачем я его взял сюда, скажи на милость. Но зато у нас до 7-й ступени прокачан этот скилл. Так, иммунитет. Ладно, фиг с тобой. Попробуем. Е. Вот это да, вот это я понимаю. Постепенно урон уничтожил Усаги. Да-да, так все и было. 58-е место. 16-22. Давай вот это вот, наверное, возьмем в команду. Ну что, уже головы и Рокзар.
Наверное, так пойдет. Если что, Рокзар будет с прыжка кого-то уничтожать. Это, наверное, придется Эйприл. Сейчас глянем. Ну, во-первых, провокация, понятное дело. Теперь делаем кувырок. Офигеть, какой он мощный. Ребят, на 94-м уровне он укладывает 70-ников только шорох. Прикинь. Вот тебе и кожеголовый. Ну что, 44-е место. Берем Шредера. Джастин. Блин, Джастина толку. Я не знаю, ребят. Мало от него толку, от Джастина. И насколько мы помним, что он чуть ли не самый последний ходит по инициативе. То есть сейчас, естественно, первым ходит Шредер. Потом, я даже не знаю, Крис, наверное, будет ходить, да? Крис. Так, этот... Они тут все не жильцы. Все, абсолютно. На них, на всех висит постепенный урон. Да давай ты уже отдупляйся, достал там. Стоит что-то. Хныкает. Вот и все, что и требовалось доказать. Сейчас еще немножко, наверное, три боя и все, ребята. Перейдем уже в Лигу мастеров 2 звезды. Так, ну-ка, 17-23, пожалуйста, мне на кассу дайте. Вот, спасибо. 17-23, ну что, я, наверное, делаю откат по Шредеру и по Армагеддону. Не Армагеддону, а Армагону, конечно же. По Армагону. Поехали. Слушай, а да тут, наверное, мы с тобой даже возьмем Лигу мастеров 3 звезды сегодня. Это все идет именно к этому. Судя по тому, сколько у нас персонажей еще осталось. Неотыгранных, да? И плюс то, что у меня еще откаты есть. Это вообще будет топ. Так даже будет лучше. Ну давай. Смотрим. Какая там 15-я будет? 16-я позиция. Вот единственное, что меня бесит, что они не дают, ребята, мне достаточное количество кубков. Вот 17-23. Вот изначально, да, выдают. И потом все, начинает 17-22 давать. С какого перепуга-то, я не могу понять. Так, здесь Донни что-то у нас один затесался. Вроде больше там никого не пропустили. Так, ну что, вмажем хорошечно им, да? Ну, тут, конечно, Шредер вообще на одного, по-моему, только постепенно. Или на двух. На двух повесил, и все, ребят. Как бы... Ну, не айс, если честно. Вообще не айс. Что-то хандрит у нас Армагон. Ну что, друзья мои, вот и Лига мастеров 2 звезды. Ну, до трех вряд ли, конечно, я смогу получить. Хотя, шанс все-таки есть. Вот так вот мне захотелось Армагона взять вместе с... Крэнгом. Ну, Армагон, по-моему, будет первым, да, ходить? Его инициативу все равно не перебить. Его инициативу не перебить. Крэнгу? Ну, давай, Крэнг. Ракетами, наверное, добьем их, да? Чего уж тут? Замечательно. Блин, Крэнк, если посмотреть, да, он... Я раньше думал, что Армагон такой самый здоровый, блин, мощный. А ты видел, какой Крэнк? Он вообще здоровенный. Так, 86-я, 14 позиций мы пролетели. Если вот так вот дальше пойдет все, это будет круто. Раз, два, три. Это будет круто, потому что, ну, по 14 позиций. Два раза это 30-ка, 4 раза это 60. 6 раз это Лига мастеров 3 звезды. Что я могу еще сказать? Но это опять же, если по 14, по 15 ступенек мы будем пролетать. Вот через каждый поединок. Вот сейчас посмотрим. У нас 86-я, да, была позиция. Сейчас должна быть, по идее, 72-я. На одну ступеньку, ребята,
дали меньше. Ну, я не знаю, с чем это связано. Это рандом. Понимаешь? Они могут дать тебе... Ты вспомни, вот буквально на днях вот мы играли с тобой в серию. Они вообще меня не перекинули ни на одну ступеньку. Мы с тобой чисто поединок отыграли. И ни одной ступенечки не продвинули меня. О чем можно вообще говорить? Вот такие вот пироги. Так что можно сказать, что 13 ступенек, если тебе дали, то ты должен еще радоваться, шиковать, так скажем. Так, ну что, 59-я позиция. Слушай, хорошие ребята у нас тут. Движ идет. Вообще топ. Но все-таки бойцов, наверное, не хватит. Там, ну сколько еще получится? По 3? Где-то персонажа, наверное, 10-12. Ну, 3-4 поединка не получится. Наверное. Я не знаю, тут понимаешь, что если скажешь, что получится, то обязательно не получится. Если скажешь, что не получится, то обязательно получается. Тут как-то все у нас в обратную сторону работает. Сейчас мы глянем. У нас была какая там, 69-я, 59-я? 59-я, по-моему, позиция. Или 57-я? 59-я, да? Так, мы переходим на 47-ю. Так, а вы дадите? Вот. 47-ю. Если по 14, опять же, вот так вот, как мы и говорили, буду давать, то... Блин, все равно не хватит. Тут получается еще два поединка. 47-е. Это будет где-то 35-е. 35-е, 20-е. Да, на 20-м месте мы где-то остановимся. 20-е, 15-е место будет у нас окончательное. Жаль. Ну, все равно, я же хотел изначально дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Мы дошли. Про трехзвездочный я еще ничего не говорил. Я просто повышаю планку после того, как мы ее преодолеваем. Вот и все. Ну да, 33-я позиция и... Так, давай 17-24. Че ты вот начинаешь-то опять, а? Ты ж бесишь. Так, раз, два, три. Да, и еще последний поединок, получается, у нас будет. Чуть-чуть не хватит. Совсем малость. Ну, а если хватит, это будет круто. Ну, опять же, мы только зайдем в Лигу Мастеров 3 звезды, а там, ребят, нас завтра вот зайдешь, и уже будешь скинутый. Прямо аж до Лиги Мастеров, может быть, даже до Лиги Мастеров 1 звезды. Могут скинуть спокойно, понимаешь? Просто спокойно. Так что тут обольщаться, я даже не знаю, стоит, нет, конечно? Не стоит. Давай 15-ю позицию, и все будет окей. Нет, нет. Если бы дали бы 15-ю, был бы еще... Маленький-маленький шансик. А так нет. У нас будет где-то позиция 5-я. 5-я, ну короче, до 10. Где-то вот так вот. То есть, либо 10, либо 5, либо 6, либо 7, либо 8, либо 9. Сейчас проверим. Короче, в десятку войдем. В десятку мы войдем, это точно. Ну давай, показывай мне наш итог. И наш итог... 6-е место, ребята. Вот о чем я и говорил. Что в десятку мы вошли. Так, а теперь нам надо искать... детали. Детали мы ищем с тобой на змею Карай. Так, 6... автомобильных номеров, да? Нам нужно 6. Тут вечно, никогда, ребята, когда начинаешь тяжелые бои, никогда не выпадает. Тут второй уже выпал. Так, третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Надо было 6, да? По-моему, 6. Прокачиваем. До 5-й ступени. Пассивка. 10 магнитофонов, да, это видеомагнитофон, по-моему. Да, это видеомагнитофон. Блин, я как раньше вспомню, ребята, времена старые-старые СССРовские, когда видеомагнитофон
стоил чуть ли не как квартира. Да, было такое, ребята, время такое, вот технологии, когда они только хлынули у нас, когда появились денди, они еще не в каждой семье были, и если у кого-то из знакомых появлялась эта денди, у него постоянно зависали толпы, толпы детей. Какая школа, да иди ты со своей школой, пойдем лучше поиграем. Вот вспоминаю, ностальгия просто, ребят. Так, ну что, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. На кожеголового у меня должно хватить, по идее, да? Да, 95 уровень. Ну что, еще пяток и соточка будет у него взята. Так, здесь забираем остатки. И вроде бы как все. Да? Больше у нас тут ничего нету. Жетонов 245. Надо будет потихонечку их опять копить. Здесь все отыграли, отыграли. И здесь все у нас сделано. Ну что, друзья, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.